Приветствую вас, мои хорошие. Меня зовут Миша Киокунтаки, и мы будем делать обзор на игрушку Case 2 Animatronic Survival. Она буквально только что вышла в Steam. Давайте заценим и протестируем ее. У нас доступен пока только первый эпизод, потому что игрушка еще в стадии разработки. Давайте попробуем. Прошлое не забыто. Окей. Весь прогресс будет утерян. Но у меня нет прогресса, так что ладно, давай. Мэтью, какого черта? Мне из-за тебя придется больничный брать. Привет, Джек. Прости, но Мэтью отсутствует. Кто ты такой? Что с моим напарником? Забудь о нем. Ты его уже не увидишь. Это что, шутка? Что тебе нужно? То, что ты отнял у меня, уже не вернешь. Последствия твоего преступления тебя и погубят. Передавай привет нашим старым друзьям. Мэтью, если это шутка, то я тебя убью. Так, у нас есть фонарик. Мэтью, понятно, в общем. Что еще есть? Блин, ну тут, конечно, неприятненько уже так в начале атмосферно чувствуется. Ох, какой старый комп. А врубить нельзя, да? Ладно. Давай пойдем. Как тут стрёмно. А! Пиздец. Фух. Ладно. Тихонько идем, идем. Какой портретик нарисован. Блин, хватит меня пугать. Идем в реструм, да? Я думал, это зеркало, но это окно. Тут у нас ничего нет. А в сортирах? Фу, какая гадость. Кто-то уже обделался до нас. Видимо, тоже тестировал эту игру. Никак не иначе. Так, идем, тихонько идем. Понятно. Граффити. Ох, пиздец, я уже испугался, что это. Эта дверка сама закрылась. Так, мы охранник вот такой вот. Ходим, патрулируем. Все, я тебя больше не боюсь. Иди, молодец. Твою ж мать, там кто-то пробежал. Я четко слышал это. Жесть. Это шутка, игрушка. Надеюсь, она не живет. Да, конечно, не живет. Ну ты что? Чтобы она-то ожила. Добрая игрушка, как она оживет. Ох. Вот этот звук очень неприятен был. Так. За окном у нас дождик. Сюда пока нельзя. Нужна ключ-карта. Ну, я хотел оббежать это дело, но не выйдет, видимо, ладно. Давай зайдем. Откуда здесь эта яма? Безумие какое-то. И не говори, друг, и не говори. Безумие. Согласен. Ох, как громко холодильник работает. Яма, да? И что, сюда можно прыгнуть, типа? Ой, ну не знаю, не знаю. Если разве что от кого-то убегать. Будем... О, шкаф. Монетка. Зачем нам монетка, интересно? Тут может есть автомат этот с продуктами. Блин. Я, конечно, все понимаю, спрячься. Но это выглядит дерьмово. Что-то было. Нужно вернуться в кабинет и звонить копам. Но перед этим лучше отыскать тот инновационный планшет. О, я вырубил фонарик. Блин, сейчас что-то будет. Тут кто-то ходит. Ладно, давай вернемся к копам. Блин, дверь заперта. Твою ж мать. Закройся.
Но пока к нам никто не зашел, вот в чем проблема. Но я слышу, как он тут ходит. За этой дверью. Вот же срань. Планшет. Система показывает, где в данный момент находится планшет и какие камеры доступны для наблюдения. И насколько я помню, это устройство позволяет активировать некоторую электронику или приборы, подключенные к нашей сети. Ну да, мы можем смотреть в разных комнатах. Позвонить и заказать пиццу. Да, пиццу ты закажешь, конечно. Активируйте радио в комнате отдыха. Опять. Ну давай. Это все хорошо, но я Блин, это же где я стою? И связаться с копами. Радио меня спалит. Зачем я это сделал? Твою ж мать. Ой. Блин. Пиздец какой, какая срань. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда оно пошло? Где оно ходит там? Я даже не заметил, как ачивку получил, ладно? Где он там? Ой-ой-ой. Блин, оно нас увидело, походу. Не? Я не вижу, где он. Мне писец как стрёмно. Я хотел бы сейчас в ту яму прыгнуть. Очень темно. Откуда он идет? Ты здесь, не? Давай встанем и пробежим, просто бежим. Валим, валим, валим отсюда. Блин. 6. Так, и где мы оказались? Блин, мы снова тут оказались. Срань какая, зачем ты включил планшет? Что не так с этой игрушкой? Снова оно тут ходит, а? Вот же говнище. И как мне пройти тебя? Скотина. Блин. Мне нужно как-то незаметно пройти, пока он отвернется, да? Но как я это сделаю? Блин, он снова нас заметил. Убегай! Убегай, скотина! Так. Вроде он нас не видит. Он ушел. Смотри, он ушел. Фух. Так, тихонько, тихонько. Блин, вот это дичь. Вот это писец какой, а. Ладно, пока он тут нас не видит, надеюсь. Давай планшет врубим. Он ходит обратно там. Ходит пока что тут. Ищет нас, да? Где-то мы можем что-нибудь врубить еще? Ну, давай врубим радио, отвлечем его. Ну? Он как-то вообще не реагирует на него. А не, идет, идет. Я не понял, почему он пошел не к радио? Главное, нужно следить, чтобы он не пошел сейчас к нам, в коридор. Ладно, пока он там ходит, у меня есть время. Писец, стрёмная зараза. Блин, дверь заперта. Но он там до сих пор ходит, я вижу на планшете, краешком глаза. Что-то могу тут взять, нет? Я вижу, он ходит там возле входа, но пока сюда не идет.
Хотя хрен его знает, может и придет сюда. Тихонько. По чуть-чуть идем. Давай сюда пройдем. Ух, я не знаю, нам нужно сюда или нет. Блин, выруби фонарь. Он может идти сюда. Но он пока не выходит. Главное пройти вот этот участок, когда он будет не возле входа, не возле этой дырки. Так, надо не высовываться. И лучше вообще присесть. Блин, а я подумал, а что если он не один ходит? Получается, нам сейчас налево нужно как-то будет пройти, да? Ох, как он близко тут ходит. Мы, считай, за стенкой. Так. Но я пока не готов рисковать. И, кстати, хорошо, походу, что мы врубили радио. Этими звуками мы его отвлекаем, он не слышит ничего дальше, чем радио. Ну, я так думаю, если тут нормальный интеллект у него. Так, тихонько давай пройдем. Он тут ходит. А мы прошли совсем в другую сторону. Сюда можно? Блин. Я ж надеюсь, тут он не может выйти. Что-то он совсем рядом. Прям возле камеры. Но я не буду сюда заходить. Так, а что если мы в дырку прыгнем, а? Один фиг, выбор невелик. Давай. А, погоди, у нас же задание было вернуться в пункт, где мы и начинали. Точно. Давай будем следовать заданию. И вернемся туда, откуда пришли. И доложим все начальству, так сказать. Давай, давай. Идем. Пожалуй, закрой. Да, конечно, закрой. Блин, да как его взять? Во. Знаешь, Джек, а ведь у нас с тобой есть один общий знакомый. Ага, гробовщик, который ждет тебя, когда я отсюда выберусь. Я смотрю, ты в состоянии шутить. Но это ненадолго. Прости, но у полиции всегда есть более важные дела. Ох, вот это срань. Я захочу выйти через главный выход. Я просто не смогу туда попасть. Блин. Сейчас нас спалят. Он по-любому сейчас сюда подойдет, да? Я вовремя вырубил фонарик. Очень вовремя. Так, он ушел куда-то. Посмотрим. Генератор тут совсем рядом. Попробую его включить. Это должно запитать нужные мне двери. Блин, где он там лазит? Я боюсь свет врубать. Он полез по вентиляции, да? Жесть. Генератор, где я его тебе найду? Еще монетка. А, не, я в игру играть пока не готов, ребята, извините. Может, как-то в другой раз? Карманы пусты. Я не знаю, это нормально, что мы с фонариком сейчас будем ходить? Ну, судя по всему, он полез в вентиляцию. Я за ним явно не полезу, и это хорошо. Ой, какие неприятные звуки-то. Где я найду тебе генератор? Блин, скажи мне. Обосраться можно. Ох. Реально, вот это жесть, а? Давай вырубим фонарик и подойдем ближе. Я просто не знаю даже, что сказать. Очень стрёмная дичь тут происходит.
Так, может здесь генератор, кстати. Может и там, но там заперто. Понятненько. Ой, я слышал там неприятные звуки. А тут все заперто. Блин, я каждый свой шаг слышу, ощущаю его. Очень-очень атмосферная игрушка. Мне нужно найти ключи или что-то, чем я могу вскрыть дверь. То есть все-таки здесь генератор, да, скорее всего? Нужно найти ломик или что-то вроде того. Ключи найти, окей. Ну я не знаю, может не ключи найдем, но что-нибудь да найдем. Погоди, что это? Это что? Челюсть? Боже, что тут вообще творится? Не знаю, положи ее обратно, мужик. Но здесь же разделывали это мясо, получается. Где-то должен быть инструмент, нож или топор какой-то, не? А вот инструменты, кстати. Ну и это сгодится, чтобы вскрыть дверь. Ну нормально, все, у нас есть инструмент, но только мне кажется, сейчас и придет. Это говнище сюда. Блин, эти звуки. Так, тихонько. Давай пробуем вскрыть. И как мы вскроем ее? А как вскрывать? Алло? Есть подсказки, нет? Я просто не очень понимаю. Ну заперто так заперто, но значка нету вскрыть. Значит, нам не эту дверь нужно. Идем сюда, блин, я еще и бегаю. Так, ну это все не то. Хотя мне казалось бы, это вот эта дверь. Ну ладно. Может это? Да, точно, генератор. Так. Хорошо, давай крутить. Блин, а как тебя крутить? Чё-то ничего не происходит. А, то есть нужно подобрать угол. Давай подберем угол, окей. Не. Тоже не открывается. Ох, нифига себе, мы все-таки смогли открыть. Ух, это было резко. Ты смотри, полез наверх. Значит, нам точно сюда куда-то. Жду тебя на складе. Ага. А универсальный пропуск я дал Мэтью. Ладно. У начальника склада должен лежать дубликат ключ-карты. Надо проверить его стол. И где я найду начальника склада, блин? Ты что, шутишь? Может, сюда куда-то вход открылся? А? Нет, пока что везде заперто, вот в чем прикол. Да. Забавно, забавно. Нам бы ключ-карту найти у кого-то на столе. Блин, сюда нигде не попасть. Еще везде эти звуки. Эй, я же сюда мог пройти. Уже нельзя? Что за дичь? Ладно. Допустим. Блин, ты хочешь, чтобы я сюда пошел? Может, нам сюда? Блин, такие звуки неприятные шагов у него. Но тут ничего, скорее всего, нет. Ни ключ-карты, ничего. Куда это мы вышли? Не. Наверное, нам не сюда, да. Все-таки идем назад. Блин, бегать тут, наверное, нежелательно.
Ну давай, допустим. Это и есть тот самый склад? Или нет? Тихонько ты, блин, сколько шороху создаешь. Да, это тот самый склад, блин. И прошел сейв. А значит, что нам будет задница полная. Только откуда? Тут каждый шаг так раздается эхом. Нифига себе. Благо здесь был автосейв, так что ладно, будем знать, что сюда просто лучше не идти. Мы всегда можем не обойти это дело, да? Долгий путь. Наш путь. А прыгать ты не можешь, да, конечно же, нужно обходить только. Замечательно. Эта тишина так давит, она неприятна очень. Прямо аж сердце свое чувствуешь, как оно бьется. Такой же ящик, как упал на нас. Хорошо, я буду знать, что здесь можно пройти. Но пока я не понимаю, куда нам идти нужно. Может, куда-то сюда. А может и нет. Мы вообще в правильном направлении идем. И нужно еще смотреть, чтобы сверху ничего не навернулось. Куда-то мы вышли, да? Типа все по кругу обошли. А вот и стол тот самый, да. Вот ключ-карта где-то тут. Вот. С появлением новых гаджетов многие мнят себя фотографами. И снимают себя повсюду. В лифте, в туалетах или еду. Раньше было лучше. Блин, ни хрена себе. О, жестко, жестко. Но я пришел сюда за ключ-картой. Вот она. Блин, я уже слышу, идет сюда скотина. Мы спрятаться можем? Ой, не нравится мне. Ой, категорически не нравится. Оно же где-то тут ходит. Блин. Тихо. Я надеюсь, он нас не спалил? Блин. Нет, нет, нет. Писец. Ладно. Я понял, что с тобой шутить нельзя. Он что, нас услышал все равно? Да как же пройти эту дичь, а? Может, нужно подождать, пока он сюда придет, а потом развернется и свалит отсюда? Вот я спрятался вообще за коробкой. Фонарик не врубаю. Просто я не помню весь путь наизусть, но вот он ходит. Он идет сюда, зараза такая. Как он нас во тьме увидел? Что за дичь? Я не знаю, как мы пройдем это дело, блин. Он нас палит, тупо палит, даже если мы без света лазим. Вот мы зашкирились. Он сейчас повернется сюда и увидит нас, 100%. Я уже не знаю, что тут делать. Как этот момент пройти? Блин, он идет сюда. Сейчас увидит. Игруха очень стрёмная, но, конечно, не понимаю, как это пройти. А, вот. Можно под низом пролезть. Окей.
пока он где-то в той области ходит. Мы пройдем сюда. Тихонько, вали, вали, вали. Давай, нужно успеть. Нужно успеть к выходу свалить. Пока он там ходит. Вот это здесь, конечно, эмбиент очень мощный. В Outlast, мне кажется, не так страшно прятаться, как здесь. Я сейчас иду тупо на ощупь. Просто на выход. Блин! Фух, мы все-таки сбежали оттуда. Давай по газам, мужик. Быстрее беги. У нас же есть ключ-карта. Да ладно, какого аниматроника рассмотрите? Я же к нему подойти даже не могу. Ты чего, серьезно? Где я его возьму, блин? Писец, ты хочешь, чтобы я вернулся? Я только сбежал оттуда. Жесть. Как мне это не нравится. Ну вот он идет сюда. Как я у него украду ключ-карту? Что за бред? То есть они реально хотят, чтобы я подкрался к нему сзади? Или как я это сделаю? Я вообще не представляю. Он же меня спалит и все. Вот он меня спалил. Блин, и как мы это должны пройти, а? Вот она бежит сюда, эта кошка. Или кто это? Подойди, подойди. У нее на хвосте висит эта ключ-карта. Тихо, тихо. Вот же срань какая, а? Давай, подбеги ближе сюда, давай. Блин, надо еще ближе его подозвать сюда. Выманить его сюда, давай. Как его успеть забрать, эту ключ-карту? Блин, а? Давай. Ну, немножко же оставалось. А, не успел. А я забрал твою карту, есть. Ох, но теперь нам как-то нужно свалить будет отсюда. Как мы это сделаем? Вот, давай, между ящиками. Сейчас будем его здесь еще обманывать. А, ты не пролезешь, да? Говнюк такой. Правда, и нам нужно как-то будет по-тихому сейчас пройти. Блин! Я не знаю, что сказать. Тихо. Забрал ее. Снова забрал. Так, а теперь нужно его отвлекти. Пускай бежит сюда. Но нам нужно, чтобы он здесь появился. Пока он здесь появится. А мы пройдем быстренько вот сюда. Давай. Срань. Не догони нас. Я выключил свет даже. Пускай не догонит нас. Блин. Здесь забрать эту карту, это еще полбеды. Потом еще нужно с ней свалить от него. Вот в чем прикол. Я не знаю, как это сделать. Честно, не знаю. Где мы потом в следующей нычке можем спрятаться? Он везде проходит. И сразу же бежит сюда. Сраный говнюк. Ладно, я походу понял. Давай. И только он будет бежать обратно? Да, давай, беги обратно.
Так Кан побежал обратно? Блин, нет. Скотина такая. Он нас запалил все равно. Сейчас поймает. Ну что, какая-то у нас попытка будет по счету. Карту-то мы украли уже у него. Иди сюда, скотина, давай. Вот бы он завис в таком положении, дал бы нам немножко фора. Нам чуть-чуть не хватает, чтобы до выхода добежать. Вот в чем проблема. Он сейчас обратно будет идти. Сейчас не вариант бежать. Не вариант вообще. Нога, не успел. Скотина. Но он понимает, что нужно бежать и сразу же бежит сюда. Я не знаю, как это пройти. Это очень жесткая дичь. Где мы там потом можем спрятаться, тоже не понимаю. Здесь он везде проходит. Просто вот сейчас нужно дёру давать. Максимум, побежали. Но он догоняет нас. Это нереально пройти. Выйди, выйди, выйди сюда, в шкаф, прячься, дебил. Смотри, я только вышел сюда, он сразу же бежит обратно. Я не знаю даже, что с ним делать. Может, он вернется сейчас и не будет сюда идти палить нас? Где он? Он где-то стоит, там думает, видимо. Я полностью вырубил свет, я не знаю, может, он забаговался где-то. Блин, мне бы до выхода доползти. Еще ж немножко осталось. Где он? Где-то, срань. Блин, он походу нас спалил. Тихонько, походу мы прошли его. Походу прошли. Я не знаю, может это баг был или не баг. Но это реально каким-то чудом. Просто каким-то чудом. Я сейчас такой открываю, и тут он стоит, да? Все, мужик, я хочу свалить отсюда. Просто дай мне свалить. Есть. Закрой нафиг этот подвал. Этот склад, точнее. Так, и куда нам нужно идти? Куда мы с тобой идем? Там что-то было написано только что. Но я не увидел. Ладно, давай вернемся в кабинет, походу. А там уже будем смотреть, что делать дальше. Так, запирай. Красавчик. А что там лежит такое, а? Не, это бумажка какая-то. Канистра. Не. Погоди, синяя ключ-карта. А куда она ведет? Это не в кабинет, значит. Где мы могли применить синюю ключ-карту? А, я, кажись, понял. Вот здесь же, точно. Вот. Чё я затупил? Так. Запирай. А, и тут... А, вот генератор. Не работает. Предохранитель сломан. Нужно поискать новый. Ладно, но я думаю, предохранитель где-то здесь по-любому лежит. Ящик заперто. Заперто. О, а это не он? Погоди, стой. Возьми ты. Это, походу, он. О, ну нормально. Он заработал, только он очень шумный.
Ты хочешь, чтобы я сейчас пошел снова в кабинет? Тут хоть никого нет? Ладно, побежали в кабинет быстро. Очень дикая срань. Запирай. Так. Вот. Пока планшет перезаряжается, мне надо найти способ сломать замок в двери на кухне. Иначе мне отсюда не выбраться. Кажется, на складе лежал ломик. Надо его найти. О нет, только не снова на склад, блин. Ну я же только что такую порцию боли там выхватил, капец. Ой, друзья, давайте продолжим уже в следующей части, потому что и так нервы потрепал нормально себе. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поддержите лайком, а также подпиской на канал. И не забывайте нажимать на колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. А с вами был Миша Килкунтак, и до новых встреч. Пока-пока!